Сегодня в программе. Первый день в армии. Начало долгого пути. Армия встречает новобранцев хлебом с солью. Призывники получают снаряжение. И начинают познавать глубины глубин. Надо крикнуть какую-то фразу, я сам уже забыл. Обыкновенный еж. Небольшой и колючий обитатель лесов Эстонии, который стал символом крупнейших военных учений страны. Понятная аллегория. Вместо иголок у сил обороны автоматы и пулеметы, техника, минометы и большие пушки. А пуски ракет отдаленно напоминает фырчание рассерженного ежа. Однако без участия человека все это – бесполезная груда железа. Чтобы превратить металл в отлаженный механизм, нужны люди, которые будут готовы действовать и в жару, и в холод, и днем, и ночью. Это люди, которые прошли срочную службу в силах обороны. Путевка в армию. Чаще всего не ты выбираешь ее, а она тебе. Хотел добровольно, но так как мне уже 22, и учился тоже, уже был на втором курсе, должен был сейчас на третьем курсе быть, то выдернули с учебы. Хотя кто-то приходит на службу сам, как Кристина Долгополова. Ну, мама говорила, что это не для девочек, это мужская работа. Ну, мне было интересно, я все написала. А кто-то идет вслед за братом, как Михаил Сериков. Я добровольно пошел, а у него просто уже призыв был. Обычные люди. Каждый срочник – это чей-то сосед, друг, сын или даже дочь, жених или муж. Служба начинается с расставания с близкими. И вряд ли вы увидите на лицах новобранцев улыбки. Меня зовут Артур Захаров. Закончил срочную службу в 2009-м и до сих пор отлично помню свой первый день в армии. Это всеобщее чувство растерянности и неопределенности. Что с нами будет? И теперь, почти 10 лет спустя, настало время взглянуть, что изменилось, и рассказать честно, что такое служба. Первый день срочной службы. Проезжая ворота воинской части, автобус пересекает границы двух миров – гражданской и армейской жизни. Теперь даже привычные вещи будут выглядеть совсем иначе. Общественный транспорт. Прогулки. Ночлег. Питание. Ну, как бы это не только здесь кеги. Все белые реги, ведь белые. Керолист, отпуст. Савацедули. Кожу савацоя, дойдите. Отдых. Товарищи и начальство. Но солдат ждут не только дома, но и в воинской части. Кадровые и военные проведут новобранцев через каждый день службы. Офицеры и унтер-офицеры, педагоги и начальники, а иногда и нечто большее. Но некоторые могут называть офицера и папой, и мамой, потому что это единственный человек, которому можно пожаловаться, уткнуться в плечо, поплакать, кто тебя выслушает, поможет советом. Можно сказать, что армия встречает новобранцев хлебом с солью. Знакомство с частью начинается со столовой. Покормили хорошенько, очень вкусно кормят, я доволен. Почти как дома, хотя не совсем. Здесь свои строгие правила. Некоторые из них знакомы с детства. Когда я ем, я глух и нем. А после обеда очередная порция новой информации. Когда срочники
прибывает на место. Всех собирают в одну большую аудиторию. Идет представление воинских частей. И анкетирование. Некоторые данные ни на что не повлияют. Что вера твоя? Михаил Котов. Берклан. Вероисповедание. Да. Ну ты католик, христианин, кто-то там есть. Ну, не знаю, как по-испански будет. Православный. Жетеист. А другие помогут определить будущую судьбу новобранца. К концу службы каждый из них станет специалистом и за призывниками оставляет право выбора. Когда ходил на медосмотры, давали другую возможность тоже. Вемара или Нубаш. Вот. А туда я не хотел, так как там все время эти самолеты летают, почти не спишь. Здесь спокойно, все хорошо. Однако значительная часть новобранцев разберется в различиях между специальностями уже по ходу службы. Пока не знаю, надо вот СБК пройти, это как курс молодого бойца, там уже видно будет. Личное мнение учитывается, но окончательное решение выносит комиссия. Спрашивается, где бы он хотел служить, смотрится, какие его личные данные, какая у него есть профессия, и непосредственно там уже решается, в какой батальон он попадает. Первоначальный выбор – не приговор. После первых месяцев солдат могут перенаправить в другой батальон или даже часть. Вариантов много. Annan teile lühikese ülevaate esimesest jalaväebrigaadist, väeosadest, millega te kokku puutute. Пехота. Ее называют царицей полей, но она вполне неплохо себя чувствует и в городе. Разведка. Получить нашивку с эмблемой головы волка значит испытать себя на прочность. Пионеры или военные инженеры. Универсалы, которые могут что-нибудь построить или взорвать. Артиллеристы в шутку говорят, поле боя делится на две части – артиллерию и их цели. ПВО, противотанковые части, войска связи, тыла, военная полиция, медицина. Это не полный список возможностей, которые зависят от места службы. Каждая начинает службу с чистого листа. И перед ее началом новобранцы проходят через досмотр личных вещей. Почему с собой? Потому что ботинки сушить. Куйвата, да? Куйвата. Папки гора. В такие моменты осознаешь, что теперь ты не вполне волен распоряжаться своей жизнью. Mille jaoks see ravim on? Ei ole mõtet kaasa võtta seda. Ära ütle, et ema pakkis või ise naine pakkis. Selles mõttes, et kui sa ei tea, mille jaoks see on, siis ei ole mõtet seda kaasa tassida. Армия обует, оденет, накормит и при необходимости вылечит. Оставить позволяет только самое необходимое. А все остальное выдадут. В первый день службы каждый призывник получает вот такой вот джентльменский набор. На самом деле здесь не все вещи. В него входит все необходимое для того, чтобы жить не в казарме, а именно в лесу. Для солдат не бывает плохой погоды, и холод, как говорят здесь, вопрос дисциплины. В комплекте имеется все, чтобы ночевать и принимать пищу под открытым небом, а также другие солдатские аксессуары. Армейское снаряжение отличается компактностью и мультифункциональностью. Вот, допустим, легким движением руки вот этот предмет превращается внезапно в лопату, которой можно копать, соответственно, поскольку это лопата, а также даже пилить деревья. И все это добро приходится, разумеется, носить на своем горбу. Сколько оно весит? В гражданском я весил 84,5 килограмма. Я только переоделся, и уже прибавилось 2 килограмма. Добавим бронежилет, разгрузочный жилет, рюкзак со всем необходимым и автомат. Ху, 122 килограмма. Фактически, я прибавил половину своего веса. И это в рюкзаке не было воды, еды, патронов и запасной пары сапог. Да, это вас окончательно.
Siinimaani, kui nii näete, lahtist on kaari, kus tõsid ees vaatavad. Совсем скоро срочники станут привычны к весу снаряжения и будут выполнять рутинные задания, как и их предшественники. Даже по колено в снегу. Но сперва им стоит обжить новый дом и привыкнуть к его порядкам. Järgmine asi, mis me teeme, paneme teid riidesse. Aga enne seda, kui te hakkate riietuma, ajate maha oma juuksed. Enamus on mõnesel probleemi ei ole. Mõne veel on. Nüüd, siin juuksurit ei ole, on juuksurit masin. Ehk siis leiate juba oma luusi sõpru. 14 человек в комнате и жизнь прекрасна, можно так сказать. Что девушек счастья нету, так что можно себя чувствовать свободно. Когда суп гороховый дают, то окна побольше открываем и свободно. Девушек размещают в тех же комнатах, что и парней. Но о них поговорим в отдельной серии, поскольку правила для всех едины. Дисциплина прям такая жесткая. Учат нас, как правильно шкафчик, чтобы был заправлен, кровать, чистоту, порядок наводить у себя в комнате. На все должно быть на своих местах, естественно, как и здесь. Идет зимняя форма, летняя форма, обязательно с флагом в наружную форму. Идеальный порядок – требование, которое должно исполняться безоговорочно, с точностью до запятой. Даже если речь идет о том, как лежит свитер. Свитер, либо валапидение. Я сейчас на всю баранду. Niimoodi. Ilus on pool ette. Ja, siiter on ikka vale pidi. Siiter käib nii pidi. Ülesse, aga need talve kama tuleb siia alla. Негласный закон. В первую неделю сержанты и офицеры любезны и относятся к ошибкам срочников снисходительно. Позже за них придется платить. Но есть и другая сложность. Самое сложное – это найти свое место в коллективе. Помимо тебя вокруг находится очень много таких же солдат. И если ты не вписываешься в коллектив и не считаешься с другими, то могут возникать различные проблемы. Иногда, чтобы вписаться, сослуживцу должны помочь товарищи. Так как здесь очень много русских и эстонцев, мне приходится быть переводчиком. Так меня и прозвали – переводчик. В общем, когда заходит офицер, надо крикнуть какую-то фразу, я сам уже забыл. Там я как бы специально вот сюда стенку написал для русских ребят. Правила таковы, как бы, кто первый увидит сержанта, тот и говорит, как бы, это. Что он говорит? Еще раз. Пестивеля. То есть, грубо говоря. Ну да, ладно. В основном приходят молодые люди, закончившие школу, начавшие учиться в институтах, университетах. И для них очень важно было на протяжении всего этого времени общение с семьей. Новобранцы не смогут увидеться с близкими несколько недель. Работая в команде, помогая друг другу, разделяя радости и печали, они сами не заметят, как станут семьей, учебным взводом. Я знаю, что это будет тяжело. Надеюсь, что выдержу. Первый день – это только начало долгого пути. Ежегодно его проходит почти 3000 новобранцев. Им предстоит привыкнуть к новым порядкам, пройти сотни километров пути и многому научиться. Только после этого они займут свое место в батальоне. Они надели новую форму, но еще не стали солдатами. Тем не менее, они и есть сила обороны Эстонии. Каждый из них – иголка, а вместе они – еж.